Сегодня мы расскажем рецепт освежающего супа из клубники с черноплодной рябиной. Основой для этого летнего блюда станет домашний кефир, который мы приготовим с помощью йогуртницы Tefal Lacteo. Залейте в кефир молоко и тщательно перемешайте. Перелейте смесь в стакан йогуртницы. Установите таймер на 12 часов. После этого оставьте кефир в холодильнике на 4 часа. Основа для освежающего супа готова. Закиньте в миску черноплодную рябину и клубнику. Залейте кефир и добавьте мяту. Полейте гренадином и тщательно взбейте все ингредиенты блендера. Перед подачей готовый суп можно украсить сливками и листиками мяты. Приятного аппетита! М-видео. Нам не все равно.